Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня снова с вами я, Анна, и мы находимся в магазине Fix Price на улице Железнодорожная, город Пушкин. Будем смотреть новинки, которые сюда приехали. И самое симпатичное, что наверняка привлечет также многих, и многие смогут вписать эту кружечку в интерьер. Вот такая кружка с крышкой и ложечкой за 199 рублей в магазине Fix Price. Милота этой кружки, конечно, зашкаливает. Смотрите, ложечка здесь внутри такая маленькая. Как вы видите, есть огрехи в окрасе, поэтому просматривайте коробочки. Емкость этой кружки 400 мл и сделана она из фарфора производства Китай. Кружка с енотами у нас тоже в наличии. За 77 рублей к нам приехали новые обложки. Органайзеры, так она правильно называется. Постоянно, кстати, они присутствуют в ассортименте Fix Price. И сейчас приехали вот такие милейшие дизайны. 55 рублей стоимость, вернее, этой обложки органайзера произведена в городе Москва. А вот за 77 рублей приехали новые из ПВХ обложки для автодокументов. Производство также город Москва. Здесь есть и такой вариант. А вот это уже обложка для паспорта. Стоимость ее тоже 77 рублей. И производство также Москва. Обложки есть эти в разных вариантах, и их тоже очень быстро, кстати, разбирают. Материал, с которых они изготовлены, это ПВХ. Для всех любителей LED-светильников отличная новость. Появились новые светильники за 199 рублей. Обращайте внимание, что у каждого светильника разное количество светодиодов. Соответственно, световой поток у них у всех будет разный. Например, у этого сердца всего 6 светодиодов. И, соответственно, его световой поток всего 25 люменов. Изготовлено это сердце из полипропилена. Служба, срок службы светодиодов 8000 часов. А вот этого кораблика, например, аж 11 светодиодов, у него 46 люменов световой поток, стоимость его абсолютно такая же. Кстати, у этих светильников батарейки в состав, в комплект их не входят, придется докупать, нужно купить две батарейки типа АА. А вот у этой машинки 9 светодиодов и 42 люмена у нее световой поток, 199 рублей. Морской конек был раньше, как мне кажется, здесь 8 светодиодов и 35 люменов световой поток. Аж 50 люменов световой поток вот этого кристаллика, потому что здесь на самом деле 11 светодиодов, 199 рублей его стоимость также. В наличии у нас еще пока есть единорог, у него 8 светодиодов и 32 люмена. Звездочка 5 светодиодов и 20 люменов всего. А вот этот олень очень многим понравился. Мне присылают часто фотографии в Инстаграм с вот этим оленем. Здесь у нас 10 светодиодов и, соответственно, 40 люменов. Еще в наличии у нас есть якорь и 46 люменов. У него световой поток. Завезли к нам и новые наборы декоративных наклеек. Стоимость их всего 50 рублей. Здесь милые коты, всякие вкусные пироженки и вот такие красивые розы. Есть набор декоративных наклеек на прозрачной основе. Под брендом Sendo появилась новая маска-пленка розового цвета. Производство Татарстан, все мы знаем. Кто покупал прошлую золотую маску, пленку, знает, что внутри вы, скорее всего, найдете массу, похожую на слайм. Кто пользовался этой маской, пожалуйста, расскажите нам, каков эффект. На самом деле, мне кажется, она абсолютно такая же по составу, как и золотая, только в этот раз можно себя порадовать розовой блестящей маской. Здесь у нас и золотая в наличии, 99 рублей. Бренд Sendo не прекращает нас радовать новинками. На этот раз черника, манго и овес. Маска 55 рублей, ее стоимость 100 грамм в составе. Формула маски специально разработана для использования в ночное время, когда кожа наиболее восприимчива к обновлению и восстановлению. Вот я держу в руках маску овес. Наполняет кожу влагой и полезными веществами. 100 мл в составе. Ну и производит Республика Татарстан. Вечером нанести на очищенную кожу лица и шею, оставить на ночь. За 55 рублей еще одна новинка
от бренда Сендо Татарстан, 55 рублей, 320 миллилитров. Гель для душа с семенами чиа, вот так он называется. Почувствуй свежесть и получи хорошее настроение. Здесь есть гель с ароматом клубники, лайма, манго. Одна отличная новинка в магазине Fix Price — это маска для лица, китайская, правда, на этот раз, 55 рублей. Релакс маска для глаз, так она называется, в офисе, в пути, в самолете, после учебы, перед сном, без аромата. 20 минут. Нужно держать эту маску. Здесь сова и кошечка, и еще панда. Здесь есть способ применения маски, и вот здесь, к сожалению, написано Китай. Изначально я думала, конечно, что это корейская маска. Новая зубная паста с экстрактом чайного дерева, 77 рублей, необычного вида. Московская область ее производит, и здесь 115 грамм. В книгах появилась просто отличная новинка. Это серия книг «Легко читаем на английском за 55 рублей. Давайте смотреть, что в нее входит. Здесь на самом деле огромное количество новинок. Это Артур Хейли «Аэропорт». Внутри вы найдете словарь и комментарии, а также уровень английского, который вам понадобится для чтения. Уильям Теккеры «Ярмарка тщеславия», тоже 4 уровня. «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери, 2 уровень, более простой. Первый уровень — словарь, комментарий, упражнения, Леонор Портер, Поллианна. А также Робинзон Крузо, 2 уровень. Оскар Уайльд, портрет Дориана Грея, 4 уровень. Джейн Эйр, 4 уровень. Грозовой перевал. Сердца трех, Джек Лондон. Сказки дядюшки Римуса. Мартин Иден, Джек Лондон, 3 уровень. Есть даже Великий Гэтсби. Сзади книжки вы найдете словарь и высказывания. Очень здорово. За 77 рублей также появились новые книги. Например, Кэтрин Райан Хайт «Не отпускай меня никогда. Могут ли обычные люди сотворить настоящее чудо?» Новинки в книгах старайтесь искать также на нижней полке, потому что не все выложено на полке обычно. «Малиновый пеликан» от Владимира Войновича. 100 главных книг о «Дивный новый мир». «Советы мудрой свекрови» Мария Метлицкая. Элис Петерсон «Лишь шаг до тебя. Женское счастье». Терри Коэн «Если однажды жизнь отнимет тебя у меня». Еще одна отличная новинка. Магнитная доска двусторонняя с губкой 40 на 30 ее размер за 199 рублей. А здесь вы найдете 2 крючочка, за которые можно вешать эту досочку. И самая ее прелесть в том, что она двусторонняя. С одной стороны, с другой — магнитная поверхность, на которой можно писать и подвешивать любые ваши фотографии или какие-то заметки. За 77 рублей появились арт-тетради А4 формат у них и 80 листов издательства «Эксмо». Внутри вы найдете линейку в мелкую точечку. Очень хорошая бумага, плотные тетрадочки, 80 листов. Новый 3D пазл фоторамка за 99 рублей. В состав этого набора входит одна рамка и 2 разные стороны. Здесь есть фоторамки с изображением мультгероев. Размер ее 15 на 10. Вот так это выглядит все внутри. Есть фоторамка пазл Enchantimals. Фоторамка с героями Неллы, мультика Нелла. И симпатичные пони. Собирается эта фоторамка без клея и ножниц. 20 плюс деталей. То есть более 20 деталей в этой рамке в пазле. И буквально вчера на моем канале вышел ролик из магазина «Светофор». Там лежал точно такой же веселый сквиш. А здесь веселый сквиш стоит 99 рублей. В магазине Fix Price он тоже приехал. Производство Китай. И внутри вы найдете сквиши вот такой формы из мультика «Холодное сердце». В магазине Fix Price появились коллекционные игрушки Hatchimals. В этом пакетике вы найдете одну игрушку. За 199 рублей стоит этот пакетик. И изготовлен во Вьетнаме. За 99 рублей появилась игровая фигурка «Монстры». Эта фигурка уже изготовлена в Китае. И сзади на упаковке можно посмотреть все фигурки, которые входят в эту коллекцию. Всю коллекцию вот такую можно собрать. Ну и, как всегда, пополнение в мелках антистресс за 55 рублей. Появились собачки, мишки и даже вот такая маленькая овечка. Вот у этой мялки аромат вишни. Мишка пахнет виноградом. Милейший еж также пахнет виноградом. Собачка — черникой. Улитка имеет аромат бабл гама. Яблоко и ананас.
Зайчик пахнет клубникой. Наконец-то снова в нашем фикс-прайсе появилась продукция под брендом Бондюэль. Масса нетто 400 грамм, 55 рублей. Это шампиньоны резаные. Кстати, вот увидела еще минеральную воду Боржоми 330 миллилитров. 27,50 ее стоимость. Новая упаковка. А сыр Брест-Литовский теперь в магазин фикс-прайс завозится в нарезке 150 грамм. Это продукт без заменителей молочного жира. Стоимость его 99 рублей за 150 грамм. И в ассортименте есть легкий сыр, а также голландский сыр и классический за 99 рублей. Полезный завтрак от J7 также стоит у нас сейчас в холодильнике. Стоимость его 77 рублей за 700 миллилитров. Вишня, банан, яблоко и виноград. Посмотрите, какая прелесть за 199 рублей. Набор из двух чашек в магазине FixPrice появился. На этих чашечках изображены кошечки. Кошечка и кот, соответственно. Набор этот приурочен к нашему любимому празднику всех влюбленных. 199 рублей. Объем чашки 300 миллилитров. Цена, мне не очень понравилось исполнение чашки с котом. Он как-то сделан, как мне кажется, не совсем аккуратно. А как вам такая банка с трубочкой? 99 рублей, 460 миллилитров. Традиционная банка с кружкой, но на этот раз с двумя трубочками. Вот что придумал магазин FixPrice, чтобы нас удивить. И на каждой трубочке вы найдете по сердечку. Для двоих, в общем, эта трубочка. Эта баночка, вернее, очень интересная. Здесь жестяная крышка. По всему периметру нарисованы сердца и производство Китай. По составу стекло, сталь, полипропилен, термопластичная резина и поливинилхлорид. Трубочки, кстати, достают до самого основания этой банки. Ну и еще одна бомбическая новинка за 199 рублей. Заварочный чайник 1,2 литра. Чайник этот выполнен из боросиликатного стекла, который выдерживает резкие перепады температур, что, конечно, не может не радовать. Сверху есть крышечка с отверстиями, но у этого чайника нет пресса, нет внутри никакого сита для заварки. Просто стеклянный чайник и пластиковая крышечка. Стоимость его 199 рублей. Я бы даже сказала, по оформлению коробочка превосходит чайник. На самом деле, смотрите, все любители цветочков, посмотрите, какой нежный чайник. И предполагается, что он идет в подарок. По составу полипропилен, стекло и нержавеющая сталь. Максимальная температура у него 100, кстати, градусов. Минус 5 градусов до 100. Еще один отличный ящичек от компании LMR-Plast Татарстан из полипропилена 25 на 25. Ящичек для украшений и для рукоделия с вкладкой. Емкость этого ящика 4,5 литра. Этот ящик у нас есть еще в ярком фиолетовом цвете. И внутри, как и в аптечках от LMR-Plast, наверняка многие их знают, есть вот такая очень удобная вкладка. То есть тут два отсека и стандартное закрывание этого ящика. А вот эта супер отличная, она не новинка, конечно, но очень полезная вещь для дома. Кувшин мерный 1 литр 55 рублей. Производит московская компания М-Пластика, постоянный поставщик магазина FixPrice. И чем удобен этот стакан, что он пластиковый, это его главное преимущество, и плюс у него есть носик. Это тоже классная новинка, многие отзывались об этом стакане очень хорошо. Семена в ассортименте цветов 6,20, и семена овощей в ассортименте стоят 5 рублей в этом году. Газон цветущий 50 рублей. 7 пакетиков, кстати, вы можете купить за 50 рублей. В этом году поставщик семян абсолютно тот же, что и в прошлом году в магазине FixPrice. Это компания «Русский огород». Пожалуйста, напишите отзывы об этом производителе, если в прошлом году вы сажали. Астра комплимент марш авиаторов. Астра многолетняя альпийская смесь, бальзамин Том-Там, бархатцы махровые, снежный ковер Ясколка, настурция Король Теодор, Матиола, вечерний аромат, лаватера садовая роза, многолетний горошек, жемчужная россыпь, морковь нанская. Вот такой сорт моркови, он тоже в прошлом году был. Редис 18 дней, редис жара, розовый гигант. Обязательно пишите также отзывы
о сортах, которые вы сажали. Огурец засолочный, единство, амброзия, кабачок, петрушка, репа петровская, тыква волжская серая, салат листовой парниковый, крес-салат, кучерявец одесский, руккола гурман и так далее. Кстати, вот эти цветущие газоны, я отдала этот газон своему соседу, и он сказал, что у него ни один из цветочков не взошел. Подскажите свой, пожалуйста, отзыв об вот этих цветущих газонах. Того, что не показывала вам в прошлый раз, горшок с поддоном за 99 рублей в зеленом и темно-коричневом цвете. Точно такие же горшочки были в прошлом году, и опять же их осталось у нас всего 3 штуки. Разбирают все просто моментально в магазине Fix Price. Размер этого горшочка 19 на 34, здесь 4 дырки, пластик полипропилен, достаточно плотный. Подскажите, пожалуйста, жив ли у вас этот горшок на этот сезон, или он уже треснул и всего его срок службы составляет один сезон. В прошлый раз я вам показывала марганцовку и гидрогель, которые приехали в магазин Fix Price, а в этот раз к нам приехало удобрение живо, аминокислоты для всех растений, защита от любых стрессов, повышает холодостойкость и зимостойкость культур, живоаминокислоты для цветов и фунгицид споробактериальный для рассады от фитофтороза и гнили. Стоимость этих удобрений также 25 рублей. Личная новинка за 55 рублей – набор аксессуаров для фотосессии. Смотрите, там внутри и сердца, и усы, и шляпка для тех, кто увлекается фотосессией. Отличный вариант. Ну а сзади, конечно, указано все, что входит, например, вот в этот набор. 12 штук аксессуаров на такой палочке. И на самом деле, если присмотреться, то здесь эти наборы разные. Обязательно просматривайте обратную сторону набора. Вот в этом, например, есть усы, очень популярные сейчас для фотосессий, шапочки, букетики и прочее, даже голубки. 50 рублей. Закончить свой обзор хочу вот на этом ящике от компании LMR Plastic Татарстан. Все мы ее хорошо знаем, постоянный поставщик Fix Price и всех светофоров. Новиночки можно всегда от этой компании найти. И здесь ящик хозяйственный с необычной крышкой. Смотрите, какой. Высота этого ящика 26 сантиметров, ширина его тоже 26 сантиметров, а вот эта самая длинная часть 36 сантиметров. Отличительная особенность от всех других ящиков. Опа, вуаля, как открывается крышка у этого ящика. Кстати, это какой-то ноу-хау компании LMR Plast из Татарстана. Раньше таких ящиков не было, это очень удобно. Не надо никуда таскать крышку с собой, она вечно забывается, ломается. А здесь крышечка уже в комплекте. Открыли и закрыли. Это очень удобно. Пластик у LMR Plast всегда очень качественный, плотный, в отличие от китайских аналогов. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Не забывайте, пожалуйста, писать комментарии, подписываться, ставить лайки. Заходите в мой инстаграм. Там просто шикарные работы от моих подписчиц. Декорируют свое помещение с помощью всяких штучек из магазинов Fix Price. До свидания и до новых встреч!